Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2008 года выпуска. Автомат 2.4, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим подшипник передней опоры на стойках. Стали похрустывать при повороте, заказали новые, но заказали митсубисевские с Outlander. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем колеса и снимаем передние стойки. Стойки будем использовать старые, поэтому ложить мы их не будем. Снимем, стоя обслужим и установим. Поднимаем. Поднял автомобиль. Теперь вот эти крепления, которые мы будем откручивать, забрызгаем ВД-шкой. Снимаем вот эту пластиковую скобу, которая у нас держит провод на датчик АБС. Ослабляем гайки на стойке. Головка на 19. Надо длинную взять. Также откручиваем гайку крепления кронштейна, шланга тормозного и провода датчика АБС. Головка на 12. Откручиваем гайку стойки стабилизатора, но перед этим щеткой по металлу почистим резьбу. Головка на 14. Все эти крепления мы расслабили. Теперь берем, откручиваем. Открутил я все крепления. Стойка у нас отошла. Теперь приопускаем автомобиль и откручиваем сверху. Ослабляем центральную гайку. Так, вот такая вот втулочка от съемника для передних стоек 9. Держим ей. И головкой накидным на 19. То есть на 17.
центральную гайку я ослабил. Теперь откручиваем вот эти три гаечки, головка на 14. Все, теперь придерживаем стойку. Снизу и откручиваем последнюю гайку. И выводим стойку. Зажал стойку в тисках. Одеваем вот такие стяжки. И стягиваем пружину. Для того, чтобы нам была возможность снять опорный подшипник и освободить поворотный подшипник. Стоит он между этой чашкой пружины и опорой. Вот он. Сразу не видели, а здесь оторван пыльник от отбойника. Надо будет сейчас, наверное, ехать покупать. Стягиваем. Стянул пружины. Берем головку, прижимаем стойку и откручиваем гайку. Вот оно, наш подшипник. А он живой. Я не знаю, зачем они захотели его менять. Ну, хозяин, барин. Берем новый подшипник. Подшипник у нас будет Mitsubishi MR-27-29-46. Вот такой вот подшипник. От этого отличается. Это Citroen-овский, это Mitsubishi-овский. Пришлось кататься в магазин за пыльником с отбойником. Оригинального не было, взяли отдельно пыльник, отдельно отбойник.
Затягиваю. Центральную гайку я затянул. Теперь отпускаем стяжки. Вот таким образом. Все. Снял стяжки. Теперь смазываем шпильки. И идем устанавливаем стойку. Подтягиваем. Подтянул три гайки и теперь подтягиваем центральное крепление, центральную гайку. Идем, собираем снизу. Почистил я оба нижних болта и смазал их. Теперь подводим и вставляем болт. Один и второй. Можно сразу поставить на место вот эту скобу. И также ставим стойку стабилизатора. Протягиваем. Все. Снизу мы собрали, стойку стабилизатора закрутили, кронштейн проводки и шланга закрутили, и два болта крепления стойки к цапфе мы закрутили. Ставим на место колесо. Замену подшипника передней опоры мы произвели. Также попутно мы заменили пыльник стойки и отбойник. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны. И на этом все. Всего вам доброго.